людей становится все больше и все больше. Начиналось все с моей галереи, потом мы решили, ну как, просто не влезем. И здесь уже мы проводим уже, в общем-то, второй раз. Третий, да. У меня только один раз проводили. Вот, очень приятно, что все собрались. Да, надеюсь, тоже представить Татьяне, что сегодня все будут щедрыми потратить все 6 карманов и на счете еще в банке. Вот. И мы берем любые деньги. Безналичный счет, правильно? Все. Вот, первый лот, который разыгрывается, это представлен, это первый эскиз к, я думаю, скоро достаточно известное яйцо, которое будет установлено возле горсовета буквально на днях в субботу, которое сегодня мы уже, ну, фактически установили в депо в троллейбусе. То есть яйцо размером 4 метра, это огромное яйцо, очень интересная акция. В Кировограде 6 художников вместе со мной включительно его разрисовывали. Полтора месяца мы этим занимались, вот. Честно, я даже выпал там с какой-то жизни, потому что я там все время находился. То есть получилось оригинально, будете судить скоро об этом, но сегодня хотелось бы разыграть вот это именно первый эскиз, который к этому яйцу. Скажем, когда вы видите яйцо, оно будет несколько иначе, чем на эскизе, будут некоторые изменения. Они происходили в процессе создания яйца. Но это самый первый эскиз, с которого началась эта акция, там достаточно... Учасник аукціону особисто з 2009 року, тобто з 1 липня благодійного аукціону. Професійний митець може також анонсувати, як казав Андрій Категрук Проянєва, але не кажу про факту. Дуже чудовий і заслужений саме своєю творчістю художник. Стартова ціна цієї роботи 1000 гривень. Будь ласка, кому цікавиться робота за стартовою ціною, піднімайте, будь ласка, руки, будемо далі торгувати. 1000 гривень. 1050 гривень. Поїхали, 1100 гривень, раз, 1150 гривень, раз, 1150 гривень, 1200 гривень, 1200 гривень, раз, 1250 гривень, 1300 гривень, 1300 гривень, раз, 1350, 1350 гривень, один раз, 1350 гривень, 1400 гривень, 1450 гривень, 1450 гривень, раз, 1500. 1550, 2000, 2000 раз, 2050, 203, продано, обнимаю.